Уверен, у каждого из вас были обиды со стороны женщины, возникали какие-то претензии вдруг, которых раньше не было, к слову. Мусора не выкинул, носки по жилищу раскидываешь, ты не развиваешься, внимания достаточно не уделяешь. Или, вот что самое интересное, сверхинтенсивная, несоразмерная реакция на твой косяк. Мужчина почувствовал, что женщина отдаляется, просто странно себя ведет. Он чувствует, ну что-то не так, она другая. Взял и залез просто в ее телефон. После этого начинается такой скандал, такая ругань, и она уезжает к маме. В чем суть, в чем интересный нюанс? Он то же самое делал и год назад, и 2 года назад. То есть он по этой причине не видел в этом чего-то ужасного. И в прошлом она была не против. По этой причине мы должны обращать внимание не на сами события, которые якобы ее расстроили. Якобы ты тем самым ее разочаровал. Дело абсолютно не в этом. Она пребывает уже в таком эмоциональном состоянии, когда просто нужен повод себе объяснить, почему она тебя больше не хочет. Она сама не знает. Важно понимать, что вот это происходит с 97% женщин.